Хэппи. Привет. Сегодня я хочу вам показать бой на М7, на котором я получил мастера. Может, чем-нибудь помогу как на нем играть. Вряд ли это, конечно, но... Ладно. Давайте я сейчас промотаю скорость сопротивления. Сейчас и все. Поехали. Ну, как вы видите, я сразу же поехал в гору. В это время я разговаривал с моим другом по скайпу, но это на самом деле не суть. Так, вот сейчас вот где-то вот отсюда должен выехать светляк. Как я и сказал, ПЗ-3. Так. Вот. И вот. Значит, вот как только вот его останавливают, я реагирую и сразу его все убиваю. Вот, как вы видите, разрываются снаряды. Вот, от пулемета. Вот. Это первый фраг. В этом бою я получил воина и знак классности мастер. Так, засвет Кенни, он мне на самом деле был не нужен. Сейчас моя цель будет Су-85Б. На самом деле, на танке надо играть аккуратно и не жестко, как я. Вот, как вы видите, я его сразу же все давлю. Следующая моя цель будет вот этот вот маленький ПЗ-1С, которого я валю с двух выстрелов. А вот теперь начинается самое интересное. АМХ-38. Точнее, 40, извините. Несколько раз я его не пробиваю. Как вы видите, у меня уже вот три фрага. Я не отступаюсь. Я выцеливаю его в уязвимые места. Так что вы запоминайте, где у него они. Так, и вот я вдруг выцеливаю штуга третьего. Прибиваю его на 40, и он исчезает из-за света. Я, естественно, еду за ним, потому что у меня уже 4 фрага. Я могу с легкостью получить воина. Собственно, так и произойдет. Так, вот я еду, засвистывается Чиха, и я уничтожаю... Штага. Так, не ожидал то, что я сейчас уничтожу эту Чиху. Здесь было М8, Т-46, которые могли ее с легкостью завалить. Но так как у меня перезарядка идет 2-3 секунды, мне было легко. Так, и все, воин пошел. Уже прошел все. Так. Следующий засвет будет по арте, которую тоже уничтожу я. Ну, сейчас, конечно, засвечивается квас, но КВ точнее. И вот уже засвет арты. Во время вот этого выстрела я на самом деле подумал, что она меня сейчас уничтожит. Вот. Вот я здесь отъезжаю. И как вы видите, у меня уже 7 фрагов. На самом деле, я вам еще расскажу, как играть на этом танке. Ну, собственно, сейчас уже такого эпика не будет, поэтому сейчас засветится опять КВ. Я по нему накидаю урона, и все. И будет потом еще одна Чини или Чиха, я не помню. Вообще даже посмотрю. Да, Чиха. Ее я тоже не уничтожу, но было бы 8 фрагов, и мне нормально. Так, вот, все, пошел засвет по КВ, я подъезжаю, потому что дальность моей рации не слишком такая высокая. Я выцеливаю, значит, попку, промахиваюсь, еще раз целюсь, не пробиваю. И вот этот момент, кто-то убивает его. Значит, зачем я еду на Чиху? Как вы видите, у меня уже не так уж и много ХП, так что если бы Чиха был бы достаточно грамотным игроком, он мог бы меня уничтожить легко уже. Выстрел в землю для уверенности.
долго перезарядка, и не успеваю я его грохнуть. Ну, изначально, как вы видите, я уже был в топе. Сначала я на самом деле решил уничтожить Мандера, который в конце концов будет вот в этом квадрате, и уничтожить наш ПЗ. 1С. Я в это время со своим другом советуюсь, что мне сделать, мне пойти Мандера найти или базу захватывать. Он мне говорит, давай на базу. Эх, вот если бы я не поехал бы на базу, мог бы туда быстрее бы ПЗ доехать, и был 8-й фраг. Ну, ладно. После этого, значит, начинается такое. Я разворачиваюсь, еду, никому не мешаю. Вот, доезжаю, в конце концов, я до базы. И вижу, что через несколько секунд вдруг засвечивается Мандер DS-8T. Я все же решаю его завалить, так как я понимаю то, что либо ПЗ его завалит, либо Чиха. Я уже, конечно, не читал то, что я его смогу, но все же его валит ПЗ, и бой кончается. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот бой. Играть на этом танке нужно все же поаккуратней. Я на этом танке уже провел, по-моему, где-то 300 боев. Поэтому я уже могу, так скажем, более грубо играть. Что ли, использовать там его пушку, его небольшую броню. Но все же. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей. С вами был Хэппи. Всем удачи. Всем пока.